Prisionera del tuo amor verdad. Дрянь. Ты притворялась, что парализована. Нет. Молчи, ты уже покойница. Нет. Нет. Пусти меня. Либертат. Либертат. Умри спокойно. Подохни со своей внучкой. Силы ада, не оставьте меня. Стоять, полиция. Либертат. Стоять на месте. Я пристрелю их, не дожидаясь поезда. Все кончено. Сдавайся. Все кончится, когда они умрут, не раньше. Они предназначены на заклание моему темному покровителю. Так суждено. Нет, господи, она ненормальная. Прекратите этот балаган. Бросьте оружие и поднимите руки. Вы окружены, вам не выбраться. Ты так и не понял, что пока со мной мой господин, ты ничего не сможешь со мной сделать. Он не даст меня в обиду. Милагрос, когда ты молчишь, ты гораздо привлекательней. Ладно, на первое время нам с тобой хватит. Трогай. Ты что? Ничего у тебя не выйдет, скотина! Я с тобой не поеду! Никуда не поеду, понял? Я очень горжусь тобой. Спасибо, Сэнди, спасибо. Я обязан своим успехом тебе и твоей вере в меня. Это твой успех и только твой. Лучше поцелуй меня, а потом поговорим. Мама, зачем ты так со мной? Что ты в нем нашла? А ты, коротышка, знаешь, что ты за это ответишь. Око за око, зуб за зуб. Клянусь. Мама. Нет, мама. Что ты наделала? Мы еще встретимся на узкой дорожке. О, Боже. Что я натворила? Что я наделала? За что? Она убегает.
Я сдержала слово. Уберегла твою девочку. Будь спокойна, Лупе. Чего тебе? Меньше вопросов. Заводи. А тебе куда? Молчи, болван, целее будешь. Полиция! Мне нужна машина. Нет проблем, офицер. Куда едем? За мотоциклом. Скорее, они уйдут. А Лулу? Ее схватили? Что? Что там? Кармела, успокойся и все по порядку расскажи. Что происходит? Сеньор Дани, это какой-то кошмар. Там полицейские? В новостях показывают, что полиция гонится за сеньорой Лулу. Выслали вертолет. А что мама и Либертад? Сказали, что с ними все в порядке. Они живы. А сеньора Лулу получила огнестрельное ранение. Но для нее это пустяк. Пули ее не берут. Она в сговоре с дьяволом. Кармела, не говори глупостей. Да, я уже в аэропорту, вылетаю в Майами. Пожалуйста, не отключай телефон и сразу звони, если появятся новости. Все поняла? Пока. Что с мамой и девочкой? Их спасли. Слава богу. Да, полицейские преследуют Лулу за покушение на жизнь моей мамы и Либертад. Что с Либертад? Что? Кто покушался на ее жизнь? Зачем? Не бойтесь. Теперь все будет хорошо. Ну как ты? Либертад. Что произошло? Ты сбежала из дома. Что со мной было? К счастью, теперь все хорошо. Ты что-нибудь помнишь? Нет, у меня голова кружится. Это пройдет. Не бойся. Все хорошо. А где сеньора Росалия? Где Лулу? Не упоминай Лулу. Сеньора Росалия жива. Вас могли убить. Но мы подоспели вовремя. Что с тобой? Больше никогда так не делай. Не вздумай убегать тайком. Понятно? Держись за ними, не отставай. Красный свет.
Посигнали вперед за ними. Я знаю Лулу с тех пор, как она стала невестой моего брата. Мне не верится, что на ее совести столько злодеяний. Она выманила за город мою дочь. Я в курсе. Я позвонил домой, и мне сказали, что Лулу повезла их на прогулку. Я тут же сообщил об этом полиции. Объяснил, что происходит. К счастью, полиция прибыла вовремя. И успела спасти и маму, и Либертад. Либертад ослушалась меня. Я ведь приказал ей не выходить из дома без Кабо. Все обошлось, а могло и не обойтись. Она оказалась в компании убийцы. Зря ты утаил это от меня. Не предупредил, что ей грозит опасность. А зачем? Что бы ты сделал? Сначала я хотел понять, что там творится. У меня в голове не укладывается, что Лулу решилась на такое. Прости, она твоя невестка, но... У нее не все дома. Да, это точно. Только сумасшедший мог такое провернуть. Господи. Убила моего брата. Обвинила в этом ребенка. Ухаживала за моей мамой. Делала вид, что страдает от потери мужа. Чего она добивалась? Зачем ей все это было нужно? Кто знает, что там в голове у убийцы? Ее поймали? Пока нет. Полицейские гонятся за ней. Попробую еще позвонить. Там только кофе. Спасибо. Ты не хочешь? Нет, я ухожу. Я просто подвезла тебя к рейсу и возвращаюсь назад. Почему? Из-за папы. Нам с ним многое надо обсудить. Мы прилетим завтра. До встречи. Пока. До свидания. До свидания. Регистрация заканчивается. Я пойду. Нет, постой. Я заказал частный самолет. Давай вместе полетим. Мне плохо одному. Пожалуйста, Панчо. Мне нужен друг. Мне нужно кому-то выговориться о том, как мне больно и стыдно. Я не знаю, как смотреть людям в глаза после того, что я осудил Гваделупе. Лупита, поздравляю! Мы уже в курсе, что тебя скоро выпустят. Это надо отметить. Спасибо вам. Спасибо за все. Спасибо. Не благодари. Ты всегда поступала по совести, даже с теми, кто этого не заслужил. Я надеюсь, ты подашь в суд на правительство, которое тебя незаконно осудило. И на семью убитого. Я даже не знаю, что теперь делать. Не тушуйся, сестренка. На этом можно заработать. А теперь давайте праздновать. Мы все скинулись, чтобы прикупить кое-чего для стола. Ты готова? Что тут скажешь? Спасибо. Но сейчас я бы хотела побыть одна, привести в порядок мысли. Не сердитесь. Не переживай. Ты уверена, что у тебя хватит сил, чтобы прочесть письмо? Письмо? Пришло сегодня утром? Держи. Это от моей дочки, от Либертад. Дорогая тетя. Дорогая тетя. Я даже не знаю, с чего начать. Пусть меня ведет любовь и нежность.
которые я испытываю к тебе. Знаешь, я часто вспоминаю нашу первую встречу. Ты плакала, и мне захотелось тебя защитить. Мне вдруг показалось, что мы знакомы всю жизнь. До знакомства с тобой я и не думала, что можно верить кому-то, как себе самой. Это было прекрасно, пока я сама все не испортила. Тетя, я не знаю, что с тобой произошло, но я ни в чем не могу тебя винить. Я от души надеюсь, что скоро ты вернешься ко мне. Я люблю тебя, Либертад. Она меня любит. Все верно, Либертад. Скоро я обниму тебя. И больше никто никогда нас не разлучит. Никто и никогда. Габриэла Спаник и Маурисио Ислас в сериале «В плену страсти». В ролях: Габриэла Роэль, Даниэль Луго, Рикардо Далмачи, Зулли Монтеро, Диана Кихано, Марисела Гонсалес и Хинесис Родригес в роли Либертад. Daría todo porque te quedaras. Cuando no te tengo, sin tu calor yo me siento helada. Eres mi delirio, mi condena. Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera. Prisionera de tu amor, de tantas dudas. Prisionera de tu piel, de tus locuras. Операторы Хуан Пабло Пуэнтес и Игнасио Гонсалес. Режиссеры Леонардо Рангибель и Дэнни Гавидия. Продюсер Хосе Висенте Шарин. Господи, я знаю, это наказание за все мои прегрешения. Но милость твоя безгранична. Прости меня, грешную, Господи, прости. Прости. Я не могу вас пропустить. Что еще за крики? К вам кто-то ломится. Отойди, я сам. Что тебе нужно? Ахиллес. Ахиллес. Доктор Рамирес? Проходите, закрывайте дверь. Что с вами? Одна зараза подстроила мне ловушку. Спокойно, я все понял. Вам нужна комната и хороший врач. Проходите. Спокойно, спокойно. Матэ сказала мне по телефону, что Милагрос страшно испугалась, когда узнала, что какая-то монахиня, подруга Гваделупы, приезжала домой к Либертад. Монахиня? Именно так. Что бы это значило? Скоро приедем в Майами и все узнаем. Расспросим Либертад, полицейских. Я молюсь, чтобы Лулу поймали. Пока она на свободе, кошмар не закончится. Нет, Панчо. Для меня кошмар только начался. Я не смогу спать спокойно, зная, что моя семья приговорила Гваделупе. Она клялась мне в том, что невиновна. Просила поверить ей. Услышать свое сердце. Даниэль, Панчо, я не поверил. Я унизил ее. Предал. Я поклялся, что расквитаюсь с ней за то, чего она не делала. Теперь Гваделупа меня ненавидит. И она права. Ничего.
Пройдет время, и она простит тебя, и все забудет. Нет, нет. Мы разрушили ее жизнь, ее мечты, ее детство. Мы убили нашего ребенка. Назад дороги нет. Не торопи события. Проходит время, и мы на все смотрим иначе. Гораздо проще. Нет, Панчо. Время не помогло мне забыть смерть старшего брата. Наоборот, с каждой минутой росла моя ненависть к Гваделупе. Моя жажда мести, желание поквитаться. Она меня не простит. Не простит. Что дальше? Начну новую жизнь. Вдали от Гваделупы. И буду жить воспоминаниями о самой лучшей женщине на свете. Мне очень жаль, что все так случилось. Честное слово. Да. Зато я узнал правду. Осталось только одно. Посадить Лулу за решетку. Это единственное, что я могу сделать для Гваделупы. Я буду бороться, чтобы восстановить справедливость. Почему ты встал? Бензин кончился. Черт! Выходи из машины. Эрнесто, я уже устала тебя убивать. Стоять на месте. Бросай оружие. Бросай оружие, все кончено. Руки вверх. Ты арестована за убийство и сопротивление властям. Ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя. Родольфо, наконец-то. Любовь моя, откуда ты здесь? Я, конечно, рад, но это опасно. Мне захотелось тебя увидеть. Я знала, что ты в отъезде. Но здесь все напоминает о тебе. Ты плачешь? Что такое? Это было ужасно. Либертад чуть не убили. Что? Лулу увезла ее за город вместе с мамой Даниэля. Скоро ты встретишься с дочерью. Завтра тебя выпускают. Я оформлю бумаги и заеду за тобой рано утром. Я поверю, когда выйду отсюда. Ты выйдешь, и очень скоро. С высоко поднятой головой, как честный человек. Больше никто не посмеет тебя обидеть. Ты вернешься к дочери, чтобы больше не расставаться с ней. К дочери. Я больше не боюсь, что она будет стыдиться меня. Что будет скрывать от всех мое прошлое? Она любит тебя. Держи. Здесь новая одежда, с которой начнется твоя новая жизнь. Полная надежд. Ты получишь то, что заслужила. И чего была лишена долгие годы. Рикардо, спасибо. Ты столько для меня сделал. Спасибо.
Я бы хотел сделать больше, чтобы не было печали в твоих глазах. Даже сейчас, после нашего потрясающего успеха, у тебя затравленный вид, грустный взгляд, отпечаток боли и страданий. Это след 15 страшных лет. Все позади. Все твои несчастья. Я не уверена. В этом деле явно замешан кто-то еще. О чем ты? О чем? О кассете, которую ты видел в суде. Кто-то еще был там. И я понятия не имею, кто именно. Пленка у нас. Это неопровержимая улика. Может быть, это твой ангел-хранитель спас тебя в последний миг. Не знаю. Сомневаюсь, что это ангел. Он скорее похож на дьявола. Либертатор и Салей чудом остались в живых. Их машина стояла прямо на путях. Кстати, это я ее ранила. Кого? Росалию? Нет, Лулу. Шофер выронил пистолет, а я подхватила. Полицейские это видели? Да, видел тот самый лейтенант, который арестовывал Гваделупе. Он узнал тебя? Нет. Ему было не до меня. Он помчался за Лулу. А я по-тихому сбежала. Ты представляешь? Я дала слово Гваделупе, что уберегу ее, девочку. И сдержала его. Ладно. Все ужасы позади. Лулу пришел конец. Но на многих потянет за собой. И в то же самое время это начало грозы, которая вот-вот разразится. Почему ты так говоришь? Лулу многое может рассказать. Все уже знают, что она убила Эрнесто. Лулу? Это означает, что... Что Гваделупе признана невиновной и очень скоро выйдет на свободу. Господи, я знала, что ты ее не оставишь. Ты тоже молодец. Я обожаю тебя. Я тебя очень люблю. Но теперь тебе придется вернуться в приют. Здесь опасно. Я не могу тобой рисковать. Давай бросим все и уедем отсюда вместе. Давай. Давай. Я бы рад. Но пока это невозможно. Душа моего отца еще не успокоилась. Она успокоится, когда увидит тебя счастливым. Подожди. Время еще не пришло, любовь моя. Душа моего отца требует, чтобы я взыскал старый долг. Эта семейка многое нам задолжала. И я заставлю их расплатиться. Как ты? Сеньор Даниэль Монкада? Лейтенант? Что-то случилось? Нет, сеньор Монкада. Я хочу задать вам пару вопросов. Вы взяли Лулу? Да, сеньор. Она арестована, и в эту самую минуту ее допрашивают в комиссариате. А моя дочь? Она в полной безопасности. Врачи осмотрели ее и сеньору Росалию. Они обе здоровы. Я тебе еще нужен? Нет, спасибо, иди.
Я спешу домой. До вечера. Спасибо тебе. Звони, если что. Спасибо. О чем вы хотели меня спросить? Я прошу вас проехать со мной и дать показания. Да. Вы же собирались меня арестовать. За это время многое изменилось, но мне необходимо побеседовать с вами и как можно скорее. Конечно. Я готов. Но сначала я хочу заехать домой и убедиться, что с мамой все в порядке. Честное слово, я не убегу. Я на часок заеду к маме и сразу к вам. Я больше всех заинтересован в поиске правды. Так что я во всем буду вам помогать. Мама? Я тебя не видела. Как ты? Отлично. Лежу, читаю. Я не знал, что ты приехала. У меня масса дел. Знаешь, я приму душ. Очень устала. Ах, устала? Что? Работала от зари до зари? Да. Когда меня нет на месте, дела встают, и мне приходится разбираться. Так ты весь день была в студии, да? Да, а что? С чего вдруг столько вопросов? Да нет, просто любопытно. Я удовлетворила твое любопытство. И теперь могу спокойно идти спать, да? Доброй ночи. Этот придурок спит с моей матерью. Ты сам приговорил Либертад, придурок. Ей не жить. Я на ней отыграюсь. Доктор, как моя сестра? Кризис миновал. Вы профессионально промыли ей желудок. Пожалуйста, приглядывайте за ней. Но не волнуйте. И обязательно покажите ее хорошему психологу. Доктор, что на нее нашло? Я не понимаю. Беренис в шоковом состоянии. И, скорее всего, она пережила сильное потрясение. Есть только один способ это узнать. Расспросить ее. Всеблагой Боже, не оставь нас. Беренис проспит несколько часов. Потом дайте ей успокоительное. Попросите маму не плакать. Не беспокойте ее. Если начнется истерика, дайте вот это. Да, доктор. И непременно покажите специалисту. Это очень важно. Я запишу ее на прием. Спасибо вам. Я провожу. Мама, не напрягайся. Ты пережила тяжелое испытание. Тебе нужно отдохнуть. Но, сынок... Доктор уверяет, что ты пошла на поправку. Но тебе показан полный покой. Скоро ты сможешь двигаться, вести долгие разговоры. Но сегодня еще рано. Тебе нужно отдохнуть. Гваделупе. Мы все ошибались. Мы все ошибались. Мы приговорили невинного человека. Вернее, я. Но не переживай за нее. Я найду способ искупить вину. Но мы никогда не сможем вернуть ей ее детство, юность, ее счастье. Что заставит ее забыть 15 лет, проведенных в тюрьме? Но, Либертад. Да, у нас есть Либертад. И я клянусь, что сделаю все, чтобы она была рядом с нами, с тобой. Мы ее родственники.
Ты вела себя очень мужественно. А что я такого сделала? Просто потеряла сознание. Видимо, она подсыпала тебе сильно действующее средство, и ты отключилась. Слава богу, все обошлось. Если бы не ты, Лулу прикончила бы Донни Росалия. Что может сделать парализованный человек? Мне рассказали, что ты сама вызвалась помогать ей, ухаживать за ней. И этим спасла ее. Я горжусь тобой. Ты прямо как героиня моего любимого сериала. Она сцепилась с Начо, когда он попытался выхватить у нее сумку. Никого не стала звать на помощь из гордости. И вот уже вторую серию ходит с фингалом под глазом. Представляешь, он ее изуродовал. Хватит нести околесицу. Детка, тебе надо поспать. Завтра все покажется проще. Есть новости о Гваделупе? Ее дело пересмотрели? Да, ее признали невиновной. И она выходит на свободу. Не может быть! Ее выпустят в ближайшее время. На суде были представлены неопровержимые улики. Она никого не убивала. Бедная Лупа. А я обзывала ее преступницей. И напрасно. Но ты не единственная, кто от нее отвернулся. С ней обошлись несправедливо. Она всю юность провела в тюрьме за преступление, которого не совершала. В общем, можно порадоваться, что наконец-то все выяснилось. Давайте больше не будем отвлекать Либертад. У тебя сегодня был трудный день. Отдыхай. Спокойной ночи. Да, твоя мама права. Все разговоры завтра. Засыпай поскорее. Гваделупа невиновна. Не может быть. Не может быть. Мате, что такое? Вы еще спрашиваете. Вы унижали Гваделупе. Вы стыдились вашего родства. А оказалось, что она не виновата. Вам нечего сказать. А что тут скажешь? Что вы заблуждались. Что вы совершили огромную ошибку, когда приняли свою сестру за преступницу. И не пожелали разобраться. Я не знала, что все так кончится. Все вы прекрасно знали. Но вам было выгодно упрятать ее в тюрьму, чтобы украсть у нее дочь. Я ничего у нее не крала. Либертад моя дочь. Нет, сеньора. Настало время рассказать правду. Ты спятила? Гваделупе, родная мама Либертад. И имеет полное право потребовать свою дочь. Тебя могут услышать. Она много выстрадала. И ей захочется вернуть себе все, что у нее украли. Все, чего ее лишили. Захочется вернуть свою дочь. И зажить счастливо. Ты окончательно рехнулась. Ты хочешь извести Либертад? Я хочу знать правду. Правда в том, что Либертад не переживет этого известия. Ты этого хочешь? Этого? А Панчо? Что будет с ним? Его тебе уже не жалко? Жалко, но... Тогда не говори глупостей. Никто не должен узнать правду. Никто. Я так не думаю. Я считаю, что все должно вернуться на свое место. Все и так на месте. Место Либертад здесь. Рядом с Панчо и со мной. Она не знает других родителей. Сеньора, вы не можете и дальше притворяться. Еще как могу. И ты будешь держать рот на замке. Никому ни слова о том, что ты знаешь. Молчи, как рыба. И предоставь мне разобраться самой. А что вы намерены сказать, Гваделупе? Как вы посмотрите ей в глаза? Как помешаете ей увести свою дочь? Пожалуйста, сеньора. Опомнитесь.
Покайтесь. Верните дочь Гваделупе и просите у Бога прощения. Он один может простить вам все ваши прегрешения. Мама. Кен, что? Кто здесь? Это ты, Эрнесто. Даниэль, наконец-то. Это чудовищная ошибка, недоразумение. Не надо. Нам все известно. Так что не вздумай изворачиваться. Полицейские ошиблись, приняли меня не за то. За что ты убил Эрнесто? Что ты говоришь? Это Росалия хочет меня очернить, да? Не смей трогать мою мать. Я сам видел, как ты в него стреляла. У меня только один вопрос. Почему? Мое терпение кончилось. Я и так слишком долго терпела этого жирного, отвратительного Борова. Меня тошнило от его запаха. Он был таким примитивным, что у меня зубы сводило. Он решил, что пора со мной развестись и выгнать меня. И я убила его, чтобы он не успел лишить меня роскоши, которой я привыкла. Как ты могла после этого... Как мама тебя не раскусила? Потому что я не дала ей повода. Я не хотела потерять все, что заработала за эти долгие годы. Я подарила Росалии 15 лет своей жизни. Опекала ее, терпела ее капризы, ее высокомерие. Сидела в тени. Я в полной мере заслужила право распоряжаться вашим состоянием. А вы все жалкие слизняки. Ты ненормальная. У тебя с головой проблемы. Но это не спасет тебя отсюда. Ты за все заплатишь. Клянусь. Не клянись, Даниэль. Ты не оставишь меня здесь? Оставлю. Без всякого сомнения и сожаления. Ты умрешь здесь. Неужели ты хочешь... Чтобы твой ребенок родился в грязной камере. Довольно лгать. Это не ложь. Я ношу под сердцем твоего ребенка. За что, мама? За что ты меня не любила, мама? За что? За что? За что? За что? Господи, Эрнесто, это действительно ты? Неужели ты жив? Нет, 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 я не Эрнесто. Я Энрике. Ты бросила меня.
что? Господи, почему ты так говоришь? Не понимаю. За что, мама? Почему? Почему ты бросила меня? Меня? Я же твой сын. За что, мама? За что? Не понимаю. Энрике, но у меня родился всего один ребенок. Где ты пропадал все эти годы? Господи, что я говорю? Это просто сон. Нет, нет, это не сон, мама, не сон. Я живой. Живой. И я твой сын. И я ненавижу тебя. Ненавижу, 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 ненавижу за то, что ты не любила меня. Вот за что я тебя ненавижу. Вот за что. Проклятая ведьма, проклятая ведьма, проклятая ведьма, проклятая ведьма. Проклятая ведьма. Фильм озвучен.